Покажу вам котел с экономайзером длительного горения, бункерный. А, устройство котла. Котел круглый, с боковой загрузкой. Это переходка для вот этих труб специально сваренных. Экономайзер. Отличается экономайзером. Экономайзер это, это вот этот. Досжигатель. Вот сейчас его снимут для прочистки. И можно посмотреть, что там внутри. В экономайзере сколько там, 60 термосекунд? Я не помню. В экономайзере варено до 60 так называемых термосифонов. Вот они. Которые утилизируют тепло отходящих газов до температуры 150 градусов. То есть полностью снимает все тепло, которое не догорело в котле. Котел круглый с экономайзером. Там вверху предусмотрена дверца для прочистки. Вот она, часть одеваемая для прочистки. Спасибо за внимание.